На территории около домов 40 и 44 поселка Развилка местными жителями были проложены тропы, которые позволяли преодолевать привычное расстояние от дома до школы или работы за более короткий срок. Во время снега или дождя такая стихийная дорога становилась непригодной для использования. Это так и называемая народная тропа, чтобы их облагородить, сделать нормальными, удобными, чтобы в них не стояли лужи. Администрация города, правительство Московской области принято решение как бы сделать, асфальтировать. Еще следующий дом, 44-й, в нем тоже такая же есть территория, вот, и там тоже есть такая же тропинка, вот, которую также будем заасфальтировать. Люди отметили, ходить привычным путем по асфальтированной дороге будет комфортнее. Наконец-то. Раньше тоже думали, все смотрели, где прокладывают дорожки. Там, где ходят, протаптывают, там их и прокладывают, правильно? А здесь даже пытались ее засыпать и травой засеять, но все равно люди продолжали ходить. Ну и вот, слава богу, как говорится, наверное, дошло. С автобуса выйдешь, идешь вот сюда, до угла, как говорится, обходишь, да, вот. А здесь напрямую. На самом деле напрашивалась эта тропинка давно уже. Там давно все ходят по глине. Так что, я думаю, очень своевременно и полезно будет и мне, и остальным. Программа «Народная тропа» действует с 2021 года. С ее помощью привычные для людей маршруты обустраиваются, становятся комфортнее и позволяют сократить путь уже по благоустроенной дороге. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.